Представимся, у нас наконец-то новый Макси на Тун сезона 24-25. 5 игрушек коллекции. Надеюсь, все сегодня попадутся. 10 киндеров распакуем, разных весах. Ну и юбилейный сезон. У нас в этом году 50 лет киндер сюрприза. Посмотрим, какие Макси на Тунцу нам подготовил. 154 грамма первый Макси открываем. Да, коллекция на Тунц будет тоже юбилейная. Она будет из бэбиков на Тунц состоять. Обязательно у нас будет обзор на канале. Ну вот, начинаем Максимы с Макси на Тунца. Итак, открываем и смотрим, что за 5 игрушек у нас в этой коллекции. Итак, вот такой у нас красивый вкладыш в этом сезоне. Так, да, очень симпатичный. Да, здесь у нас 5 зверей, красиво сделан. И попадается у нас дельфинчик. Да, дельфинчик попадается. И держите QR-код, те, кто собирает игрушки в WePlayDo. Тут особо у нас собирать нечего. Из 3 частей состоит у нас дельфинчик. Ну и Натунс очень популярный. Это у нас уже 4-я специальная коллекция Натунс в этом сезоне будет. И вот первый раз у нас будет бэбики Натунс в обычной серии. И к ней вот есть такие вот большие у нас симпатичные игрушки. Это такой дельфинчик на колесиках, который... О, кстати, неплохо он получился, да. У нас здесь и рот открывает, и хвостом виляет. Ну что ж, симпатичная игрушка. 154 грамма был этот киндер-сюрприз весом. Так, хотелось бы, конечно, всю коллекцию сегодня собрать. Итак, открываем следующие. Давайте потяжелее возьмем. 171 грамм у нас этот киндер-сюрприз весь. То есть кто-то будет большой. И это у нас один из самых тяжелых сегодня киндеров. Будет еще чуть тяжелее, но, наверное, та же самая будет игрушка. Итак, смотрим. Панда. Да, панда у нас здесь попадается. Куда же у нас без панды? Точно такой же вкладыш. Да, тут у нас тигренок. В общем, кого-то только нет. Или это тоже у нас бэбики? Нет, не знаю. Это у нас детки. Детки зверят. Нет, наверное, это все-таки обычные зверята. Панда попадается. И тоже у нас здесь, смотрите, шевелит руками, лапами по-разному. Так, давайте ее соберем. Итак, вначале у нас здесь лапы вставляются, потом передние лапы с головой. И, собственно, все это дело закрывается сверху. Так, и получается такая вот забавная панда. Смотрите, у нее руки, ноги шевелятся. И головой она тоже, да, может шевелить. Можно ее поставить на 4 лапки, да, а можно на 2. Ну что ж, вот такая вот симпатичная у нас здесь панда попадается. Может стоять, может лежать и шевелит лапками и головой. Так, давайте ее лучше поставим, наверное. Ну что ж, 2 есть у нас из 5. Так, надеюсь, повезет, всю коллекцию соберем. Показывал я iPlay.do. Так, держите, кто собирает iPlay.do. VQ у нас, да, новый сезон, юбилейный сезон, 50 лет. Напомню, киндер-сюрприза будет в этом году. Итак, следующий у нас 162 грамма киндер-сюрприз. Открываем. И должен попасться, я думаю, какой-то у нас третий зверек. Да, вот он, тигренок наш попадается. Так, тигренок попадается. И близимся мы, конечно, к тому, чтобы всю коллекцию в итоге собрать. Тигренок, мне кажется, ребенок, да, небольшой тигр, точно похож на Симбу, да, чем-то из Короля Льва. Держите QR-код, кто собирает VQB02 у нас номер этой игрушки. Передняя часть тоже есть уже, как у панды, полусобранная. И осталось только ее вот засунуть, да, в корпус, задние лапки сделать. Ну, так же сделан, собственно, тигренок, как и панда. И потом сверху просто одеть корпус. Так, ну и у нас тут тигренок, да, смотрите, как он тут, можно тоже, у него голова крутится, лапки передние, задние, ну, такой вот симпатичный у нас, да, похож на Симбу чем-то, тигренок, третья игрушка из этой коллекции. 3 из 5 у нас есть, ну и сейчас, наверное, повторки пойдут, 163 грамма у нас следующий киндер-сюрприз, и вполне возможно, да, что это будет у нас еще один тигренок. Ну, повторки неизбежны. 5 игрушек, 10 киндеров мы сегодня открываем. Нет, не повторка. Вау, 4-й. Смотрите, как повезло. Это у нас ленивец, да. Сразу вспомнил я Зверополис мультфильм. Будет, кстати, вторая часть когда-то, через несколько лет. Очень классный, да, ленивец у нас здесь на дереве висит на картинке, главное. И он у нас тут качается, смотрите, на палочках, либо на пальце может висеть. И держите тоже QR-код от этой игрушки. Итак, симпатично, кстати, тут ленивец. Хорошо, хорошо он нарисован. Так, лапки у него вначале вставляем, потом корпус сзади соединяем. И все, готова наша игрушка. Такая, в принципе, приятная на ощупь. Симпатичный получился ленивец. Так, и висит у нас тут на веточке. Надо ее собрать. На такой
не знаю, как на турнике, и чтобы он на ней мог висеть и крутиться. Так, проверим, как работает игрушка. Так, ленивец у нас повис на ветке, да, и может, о, вау, правда, может по-разному, смотрите, крутиться. Как хотим, можем его крутить, и он прям так классно, классно держится на этой веточке. Ну что ж, здорово, всего лишь одну коллекционную игрушку нам осталось найти. 6 киндеров мы еще сегодня распакуем, откроем. Итак, 161 грамм следующий киндер-сюрприз. Ну, здесь у нас точно либо ленивец будет, либо тигренок еще один. Ну, посмотрим, удастся ли нам, да, собрать сегодня всю коллекцию. Одной единственной игрушки не хватает. Да, тигренок у нас. Итак, тигренок попадается повторкой. Так, следующий открываем киндер. 173 грамма, то есть такой тяжелый уже у нас был только 171, это 173. Так, посмотрим. Натунс, да. Многие любят коллекционеры Натунс, конечно, я тоже бы хотел все собрать Натунс, которые когда-либо выходили. Итак, снова у нас панда, да, в тяжелом киндере. Так, повторка. Так, посмотрим, сможем ли мы две коллекции собрать сегодня. Ну, хотя хотелось бы для начала одну собрать. Итак, следующий у нас очень легкий, самый легкий на сегодня, 149 грамм. Открываем. Так. И здесь у нас, кто же будет в самом легком киндере? Наверное, дельфинчик, да? Наверное, дельфинчик. Нет, черепаха. Вот она, все. Последняя коллекционная игрушка на сегодня. Черепаха нам попадается. Ну, кстати, пока что у нас без двойных повторок. Только одна была повторка. Черепаха у нас, кажется, очень легкая, ну и вот мы всю коллекцию в итоге и собрали сегодня на Тунца. Итак, смотрите, 100 метров в час у него скорость. О, прямо скажем, не очень быстро у нас черепаха. И да, VQB04, держите QR-код. Ну а мы теперь давайте соберем ее. Собственно, у нас сам механизм уже полностью собранный. Да, тут особо нечего собирать, молодец, киндер постарался, да. Только, собственно, три детальки. Голова черепахи и, собственно, сам панцирь, который закрывает ее. Да, ну и что она у нас делает? Она у нас просто идет и вот так еле-еле-еле лапками передвигает. Ну что ж, здорово. Еще одна, последняя, пятая коллекционная игрушка. Собрали мы в итоге всю коллекцию. Посмотрим, какие еще повторки нам попадутся. 151 грамм у нас киндер. Так, посмотрим, удастся ли нам вторую коллекцию собрать. Было бы неплохо, пока что у нас ни одной двойной повторки не попалось. Итак, 151 грамм здесь у нас попадается, снова черепаха. Итак, да, 3 у нас есть из 5, вторая коллекция. Далее у нас 150 грамм, о, вот этот, по-моему, кстати, не знаю, какой из них, 150, какой 162. Сейчас перепутались они у меня, но, по-моему, вот этот у нас был 150. И здесь должен попасться, надеюсь, что дельфинчик, так. Открываем. И нет, тигренок попадается. Да, наверное, все-таки 162 был. Так, вторую коллекцию мы сегодня не соберем. Ну и последний, который у нас 150 ровно, да, грамм. Открываем. И, может быть, здесь нам повезет. Попадется еще один дельфинчик. Да, вот он, дельфинчик. Ну что ж, 4 из 5. Чтобы две коллекции собрать, не попался только наш ленивец. Ну, собрали мы всю коллекцию на Тун сезона 24-25, юбилейного сезона киндер-сюрприза. 50 лет в этом году исполняется киндеру. 5 киндер макси и очень симпатичные получились. Мой фаворит, конечно, тигреночек. И посмотрим скоро, да, надеюсь, скоро, когда выйдет эта основная коллекция Натунс. Она не в самом начале этого сезона. Да, в начале у нас принцесса Дисней и щенячий патруль, которую мы уже собрали. Ну, а чуть позже будет у нас и Бэби Натунс. И обязательно тогда соберем коллекцию Бэби Натунс. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем спасибо. Пока-пока.